не уйдет. Всем привет, мои дорогие. У нас сегодня минус 30. Мы вышли на прогулку. Так, все дружненько здороваемся. Все. Сашенька. Вот, видите, как Саша рад. Паша, а ты можешь как деда прыгнуть? В общем, мы поехали на прогулку на машине. За молоком и хлебом. А эти тоже бегают. Холодно, да, Мэри? Лапки мерзнут. Иди в будочку, Мэри, иди в будочку. В общем, сегодня у нас минус 30. Катя вон шубейку аж достала. Выгулять заодно. Окружаются все в машину потихоньку. Я стою, их жду. Это мы гулять поехали на машине. Сейчас прогуляемся и назад домой. Приехали в Пятерочку за продуктами. Сегодня я немножко оператор. Вон какая красотка лежит. Ой, вот они, да, я забыла. Все, идем. Ну вот так мы съездили в Пятерочку. Перечислять не буду ничего, просто все покажу. Самая обычная продуктовая корзина. Сырок с Катей взяли попробовать, брынзу, кофеечку. Еще, правда, вот такую бумагу прикупила, оберточную, новогоднюю. Катя говорит: мам, зачем? Новый год закончился. Я говорю: ничего, пусть будет в запасе. Она сейчас со скидкой 50 рублей моточек. Вот. Все самое необходимое. Молоко, масло, яйца. И взяла, правда, много хлеба. 2 батона нарезку я беру всегда. 2 буханки ржаного. И вот такой бородинский мы с Катей любим на завтрак по кусочку. А почему много хлеба? Потому что сейчас добавляю собакам в кашу. Наша покупка составила 1100. Теперь, мои дорогие, для вас викторина. Угадайте, какой из этих мандаринов купил Александр. Достала тесто. Сегодня у нас 30 градусов. Все дома. Вот что-нибудь сейчас им забабахаю. Вот такие цветочки слоеного теста. С сыром сделала побольше. А вот такие поменьше. Варенье малин с смородиной. Это вчера тоже на канале новая подписчица моя вот на канале показывала. Я решила сегодня, думаю, слоеное тесто у меня есть, вот решила своих побаловать. Мороз 30 градусов, все сидим дома. Решила сделать винегретик. Все порезала кружочками. Капустка у меня немножко подмерзла. С кристалликами. Льда стояла на террасе. Ну ничего, сейчас разморозится. Вот уже начала морковку пропускать. Найсер-дайсер. Сейчас пропущу. У нас будет винегретик. Они, правда, не очень его любят мои. Ну ничего, поедят. Вот винегретик мой готов. Оставлю прямо его в контейнере от Найсер-дайсер. Есть удобная крышечка. Прикрою. Такой какой-то нежненький у меня сегодня получился. Огурец нежный какой-то. И горошек бы еще зеленый, конечно, я добавила. Но мои горошек не едят. Ну ладно, я себе в тарелочку добавлю. Вот они у меня такие капризные. Избаловала их Алла. Достала картошечку из духовки. В молочке она у меня запеченная. С маслом. Аппетитная такая получилась, прям запах такой на всю гостиную. Ну что, сейчас будем ужинать. На этом наш день закончился. Устала сегодня, если честно, не отходила опять от плиты. А кто-то мне вчера писал: ох, как много Алла наготовила. Угу, много. Сегодня опять стояла у плиты. Ну, дело не в этом. Спасибо вам, что были с нами на канале. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам всем за то, что заходите, не забывайте. И хочу вас поздравить с крещенским сочельником, мои дорогие. Всех вас люблю, ценю и уважаю. Пока-пока!